Здравствуйте! В эфире программа телеканала «Самара ГИС» «Право на маму». Какая в этом году ранняя и цветущая весна! Пробуждается природа, пробуждаются новые надежды. А вот для нас, творческой группы программы «Право на маму», независимо от времени года, надежда живет всегда. И надеемся мы в первую очередь на вас, наших зрителей. Сегодня мы расскажем вам историю мальчика Саши, мечтающего быть футболистом. И все же его главная мечта – своя семья. Такая же дружная, как семья Трошенковых. В Библии написано, да, кто принимает детей этих, то он меня принимает. То есть я могу сказать, что Господь вот в лице пятерых детей у нас. Поэтому как наша семья не может быть счастливой? Смотрите программу «Право на маму» на телеканале «Самара ГИС» 8 мая в 18:50.